Всем привет, фильтрованная новость от Полей Реформы. То, что я увидел по нашему зомбоящику, значит, одна из главных новостей. Вандалы снесли памятник воинам-подводникам Северного флота. Резонансно так прям, громко. Значит, в чем суть? В 72-м году где-то в Мурманской области был построен, воздвигнут памятник в память этим подводникам. С тех пор на него забили. Никто его за 50 почти лет ни разу не ремонтировал. Он потихоньку разрушался. Более того, он оказался на частной земле. Земля давно продана. И, по всей видимости, хозяева втихаря решили... Туда допуска не было. Люди туда не ходили, цветы не возлагали. Это не было место какой-то там памяти символической. То есть, ну, просто заброшенный памятник, я так понимаю. Люди, ну и, видимо, хозяева втихаря решили его снести, потому что там заметны следы троса, видимо, чуть-чуть помогли, видимо, сдернули, он упал, а яй, как нехорошо, теперь общественный резонанс. Теперь, значит, оказалось, что этот памятник не состоял ни в каком реестре, естественно, за ним никто не следил, он просто никому не был нужен. Теперь, значит, губернатор Мурманской области взял под личный контроль. Следственный комитет, естественно, сейчас возбудился. Они найдут сейчас виновных и обязательно все восстановят. То есть, ну, как бы для того, чтобы туда люди все-таки, ну, это же надо вложить. Вы представляете, какое бабло сейчас Мурманская область вложит в памятник, который 50 лет стоял, никому не был нужен. Сейчас его восстановят, как какой-нибудь Мамаев курган. Естественно, миллиарды туда закопают, но люди же должны туда как-то ходить, значит, придется выкупить теперь эту землю. Представляете, какой ерундой занимаются наши чиновники? Просто вот, ну, вдумайтесь, да, в Мурманской области проблем больше нет. Люди выживают, пенсионеры выживают там на 100, 150, на 200 долларов. А представляете, эти суки сейчас будут вкладывать бабки, просто отмывать будут бабки. Они опять будут закапывать бабки. Они выкупят этот участок какой-нибудь, если, конечно, кто-нибудь когда-нибудь его продаст. Я представление имею, что там за участок на берегу моря стоит с какой-то огромной стелой. И будут все это восстанавливать. Для чего это все делается? Только для отвлечения внимания. Потому что это же резонанс. Это же очень патриотично. Это из Москвы поаплодируют, зашлют, возможно, бабла, они его распилят. И как бы вы посмотрите, какие мы очень патриотичные. Смотрите, как мы переживаем за нашу историческую память. Вот. Мы продолжаем сидеть в говне, но очень переживаем за нашу историческую память. Это было мое мнение, не все, наверное, с ним согласятся. Это были фильтрованные новости от Полей Реформы. Всем пока.